Здравствуйте, дорогие зрители! Канал Тайны Шоу-Бизнес расскажет вам о последних новостях и сплетнях звезд, а также о мире отечественного шоу-бизнеса, который сейчас переживает трудные времена, ужасные потери. Нам всем тяжело осознавать, что уходят люди той советской школы, на которой мы все выросли. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Актриса считает, что муж до сих пор присматривает за ней. Звезда советских кинокартин Ольга Волкова, блиставшая в фильмах Эльдара Рязанова, решила поведать о собственном пути к актерству. 6 лет назад не стало ее супруга Владимира Хавралева, он ушел из жизни в 84-м году. Актриса считает, что могла бы стать неплохим доктором, у нее окончены курсы по мануальной терапии. С собой всегда возит чемодан с аптечкой. Волкова утверждает, что в любой момент может смело положиться на интуицию, знает, как оказать помощь человеку, если ему вдруг стало плохо. Ольге доводилось откачивать людей и снимать мигрень. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это, наверное, Божий дар. И мужу я продлила жизнь на 25 лет. Его не стало, но у меня есть связь с ушедшими людьми, поведала звезда. Оказалось, что супруг с того света смог как-то решить проблемы с долгом в $200. Актриса не знала, как выплатить сумму. Помог в неожиданный момент один из знакомых, начал рыться на балконе и нашел вложенные в обложку для паспорта деньги, не обошлось без помощи покойного возлюбленного. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Знаменитость не сомневается, что ее вытащил из беды покойный супруг, у нее до сих пор мурашки по коже от такой потусторонней мистики. А сам долг был каким-то обычным, не связанным с коммерцией. Волкова никогда не тратит денег на себя и косметическими процедурами не увлекается. Оказалось, что примером звезды вдохновилась внучка, 28-летняя Яна решила пойти по стопам бабушки и теперь выступает в проекте «Театр плюс квартирник», играя в спектакле о женской дружбе. Актриса считает, что тут следует благодарить гены, Яне досталась от бабушки любовь к труду и энергетика. Ранее Волкова рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти любимого супруга. Спасибо за просмотр! Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал.